Олег Закопайло, 200 метров у нас брас. 200 метров брас. Сумма. Пятая дорожка. Приблизим. Вот Олег готовится. Сейчас он всем покажет. Спасибо. Да, сама не ожидала. Нас было два, но женщина хуже проплыла. Я же ожидала второе. Сейчас Олег Закопайло. На пятой. Это с Лениной группой, они вместе плавали. Давай! Молодец! Пока первый. Хорошо идет. Хорошо, вообще красавец. У него техника хорошая. Вот видно, что у него как бы она приходит. Ну что, там одна 51. Да, 56. Нет, он говорит, довольно женщина. Да. Так, а я плохо проплыла. Прятать камни? Плохо. Результат плохой вообще. Плохо. И еле жива, еле жива. Так я на силы потеряла. Вот тут. Не, ну вроде бы ты плыла не 100 метров, а 4. Серега, я вообще не знаю, как я проплыла. Я не оправдал тебя. Обезвоживание организма, помню. А как ты пойдешь? А? Спасибо. Откуда? Да? Хорошо. Ой, будем дома заниматься. Отделение. Да, отделение. Терминатор. Она отлично проплыла вообще. Молодец. Видишь, она чуть-чуть. Ну, большой разрыв между первой и второй. Мы ей говорили, нет. Она видно, девочка появилась. Завела. Завела, завела. Одна 48. И две. А надо плыть хотя бы 1,52, 1,56. Получается, она вторую сотку уже доплывала. У Олега борьба. Борьба. Он начал чистить. Там да. Да, устал, устал. Не-не, не дотянет. Давай. Безбожный. Серьезно. Вот, смотри, все, выругался. Пипец, он резко выложился. Да, да. Потому что был соперник, если бы сам был. Да. Вперед! Давай, Олежка, доплыви хотя бы. Пятая дорожка. А? Время зато может быть лучше, да, если кто-то рядом проводит? Ну, может. Я не знаю его кому время. Кому как, видишь, он вырубился. Ему, ну это неправильно. Это он не разложил силы свои вообще. Он сильно хорошо начал. А ты не посмотрел первую его сутку? Нет. А сейчас результат? Сейчас Олег, пятая это дорожка. А почему не светится? Он что, не коснулся, что ли? Слабо коснулся. Неужели не засекли результат? Нет, нормально коснулся. А, должно засветиться, если это. Да, вот. Так никого не светит. Что-то вот, остается. Вот, Лен. Все, есть. Нету его. Его нету. Она горела. Пятая не горела. Нету пятой дорожки. Пятой дорожки нету, что-то не понятно. Почему? А у них ручного нету? Секундами? Всегда дублируют. Всегда, всегда. Да? Так, нету что-то. Вот, вот. Нету, нету. Непонятно. Странно. Результат мы не знаем. Ладно, узнаем потом.